Ну тут нужно уточнить, что слово милиционер в Украине, оно обозначает ни в коем случае не милиционера, оно обозначает, обозначает полицейского. Просто в Украине не успели изменить название. Korrektur des Übersetzers, und zwar Milizionär in der Ukraine meint Polizei. Also nicht, dass wir da in eine falsche Schiene kommen, das Wort Polizisten gibt es im Ukrainischen nicht. Also. Вот, ну и после этого все население этого городка оно устроило разгром местного отделения милиции. Милиционеры там забаррикадировались и не могли выйти, из-за того, что их закидывали и бутылками, и зажигательной смесью. Это. И в итоге это спровоцировало на уровне всей страны очень большой информационный резонанс, и все-таки эти милиционеры были арестованы. Und die Bevölkerung dieser Kleinstadt hat dann eben versucht, die Polizeistation zu stürmen. Die Polizisten haben sich darin verbarrikadiert. Es sind Molotow-Cocktails geflogen. Und diese Nachricht hat sich also in der ganzen Ukraine verbreitet. Also das war nicht zu übersehen. Im Prinzip стало определенным символом, то есть очень многие политики, причем абсолютно из различного спектра, к этому протесту, к нему апеллировали в равной мере, например, и ультралевые, и ультраправые, и какие-то и радикальные либералы, абсолютно все. Und dieser Protest ist eben wirklich zu einem Symbol geworden. Darauf haben sich Politiker bezogen, egal ob von links oder von rechts oder aus liberaler Richtung. Тут, опять же, необходимо подчеркнуть, что сама эта инициатива, она была абсолютно аполитичной, люди, уставшие от российского насилия. Wobei man also nochmal betonen muss, dass diese Aktion keinen politischen Hintergrund hat. Die Leute waren einfach die Polizei willkürlich leid. Ну и во многом, ну я думаю, о Майдане подробнее расскажет Мина. Но единственное, что я бы хотел сказать о протесте на Майдане, у него есть очень много общего с одной стороны с выступлениями, которые были в 2004 году, с ними объединяется, ну, во-первых, то, что там протестовали, опять же, против Януковича, то есть оппонент был тот же сам. Nina erzählt uns dann noch genaueres über den aktuellen Maidan von Alex. Jetzt noch so kurz die Zusammenfassung. Es gibt also Gemeinsamkeiten mit dem Maidan heute und wie es 2004 war, weil man einfach denselben politischen Gegner wieder hat, Janukowitsch. Но в отличие от 2004 года, у Майдана сегодня абсолютно отсутствовали какие-то лидеры. То есть среди людей, которые выходили на улицу, какую-либо партию поддерживали силы 10%, а то и меньше. Aber ein wichtiger Unterschied zum Maidan 2004 ist eben, dass es jetzt beim Maidan keine Anführer gab. Also man kann vielleicht maximal 10% zu den Leuten rechnen, die aus irgendeiner politischen Ecke kamen, aber der Rest eben. Опять же, очень важно, что этот протест был в чистом виде не протест за, а протест против. Und das war eben auch kein Protest für, sondern ein Protest gegen auf dem Maidan. То есть, ну конечно, изначально там выходили люди вот за этот миф, о котором я рассказывал, за миф о Европах с чистыми улицами, с хорошей социальной системой, с честными чиновниками и доброй полицией, но за этот миф выходило выходили люди лишь с самого начала. Настоящая активизация Майдана, она произошла как ответ на полицейское насилие.
Anfangs sind die Leute jetzt natürlich auch bei diesem Maidan rausgegangen für das, was Alex vorhin als den Mythos von Europa beschrieben hat, also die sauberen Straßen, die nicht korrupten Beamten und die nette Polizei. Was dann aber der richtig mobilisierende Auslöser war, war eben genau wieder die Gewalt von Seiten der Polizei. Вот, ну и опять же, что, о чем еще стоит обязательно сказать, что не стоит расценивать ту власть, которая сейчас пришла в Украине, да, что вот что целью Майдана была именно что целью Майдана было установить эту власть. Это ошибочная интерпретация. Цель Майдана была убрать старую власть, которая, ну, а также эта цель, которую удалось достигнуть. И вторая цель — это убрать те социальные отношения, на которые эта власть опиралась. То есть это касается, опять же, и коррупционных схем, это касается и полиции. Если смотреть слева, да, то это касается и капиталистической системы в принципе, но, к сожалению, уровень рефлексии в украинском обществе еще до этого не дошел. То есть Und es ist auch ganz wichtig, dass man nicht zu dem Missverständnis kommt, zu denken, der Maidan hätte genau die Leute an die Macht bringen wollen, die jetzt an der Macht sind, sondern das Ziel des Maidans war es eben, die alten Leute wegzukriegen, was man eben auch geschafft hatte. Und das andere Ziel war einfach auch, die sozialen Strukturen, auf die sich diese Machthaber stützen konnten, zu beseitigen. Und das hat eben noch nicht funktioniert. Also wenn man es jetzt von der linken Seite aus betrachtet, wäre das dann eben genau diesen Kapitalismus in Frage zu stellen. Aber da ist die ukrainische Gesellschaft im Moment noch nicht so weit. Но тут в какой-то мере можно быть оптимистичным из-за того, что Майдан, хоть его результатами воспользовались политики, был для его участников очень важным опытом организации и самоорганизации. И это был также такой очень важный опыт коллективного недоверия к власти и политикам в целом. То есть я не думаю, что вот из Майдана сейчас родится социальная революция, но безусловно, те структуры, которые возникают сейчас, они могут оказать очень положительное влияние и на левый фланг. Я это ощущаю просто по своей организации, из-за того, что к нам вот за последние месяцы стали намного активнее приходить новые люди, которые раньше не интересовались политикой. Сейчас они начали интересоваться, при этом они критичны и к либеральной, и националистической сцене, и в свою очередь они приходят к левым, они приходят к анархистам. Wenn man also da das Optimistische rausholen will, also jetzt mal abgesehen davon, dass das natürlich für bestimmte Politiker nützlich war, was auf dem Maidan passiert ist, kann man sagen, für die Teilnehmer des Maidans war es eine wichtige Erfahrung, sich eben auch selbst zu organisieren und ein kollektives Bewusstsein zu haben, dass man eben auch gegen diese Politiker aufsteht. Und was jetzt Alex aus seiner eigenen Organisation kennt, ist, dass eben in den letzten Monaten mehr Leute kommen, die eben auch die liberalen Ansichten, die nationalistischen in Frage stellen und eben bei einer anarchistischen Organisation versuchen, das zu finden, wo sie sich einbringen können.